Яна. Сюда. Сюда. Мы столько ждали. Иди ко мне. Пакультек, пред тобой вечная императрица, госпожа Красного Двора и Древа Тей. А ты ничто, без копыт, чужой и слабый. Так-так, полегче. И сейчас ты умрешь. Эй, а может сперва поговорим? Давка. Что ж, ладно, пока живи. Скажи нам, Пакультек, какие ты сулишь беды? Ее Величество не удивляет этот солипсизм. Креллы, Форд, Разрушитель. Всякий Пакультек преследует лишь собственные цели. Нет имени ненавистней в этих королевских чертогах. Когда пришла чума, Форд помог мятежникам. Предательство привело к гибели. Гибель к отчаянию! Ее Величество хочет, чтобы Форд истек кровью! Хочет казни всех Пакультек! Но доблесть Пакультек внушает страх. Форд, Разрушитель и другие были поразительными. Это так. Возможно, сила Пакультек послужит освобождению, а не угнетению. Ее Величество в своей мудрости дарует милость. Жизнь Пакультек в обмен на чужую жизнь. Стража! Научите Пакультек кланяться вечности! Ее вечный желание, чтобы Пакультек... Я так не думаю. Если я права на твой счет, то тебе суждено побывать далеко за пределами этих стен. Я не императрица. Ты быстро все подмечаешь. Мало кого интересует этот обман. Та, кто зовет себя переводчицей, и есть императрица. Раньше она была Нун-Ютав, бессмертной. Так говорят. Когда погибло Древо Тейн, вся знать начала стареть. В конце концов, и она поддалась течению времени. Я нахожусь на троне только из-за ее тщеславия. Непременно. Твое пленение недальновидно и несправедливо. Ты не в ответе за действия Нарушителя, как и не в ответе за Императрицу. Но я прошу тебя остаться ненадолго и услышать мою мольбу. Яэша — это музыка. Путь фавнов. Песня, в которой слышна гармония. Ее поют, глядя в будущее.
Мы зовем себя детьми Красной Лани. Мы смотрим в будущее своего рода, свободное от корня и гнили. Таково видение детей Красной Лани. В нем фавны вольны проводить свое время так, как сочтут нужным. Я прошу у тебя того, что требовала императрица. Отправляйся к древу Тейн, излечи раны мира. Пусть тебя направляет совесть. Помни, мечты детей Аэши всегда с тобой.
дело. Еще один секунд. Помоги мне. У тебя хорошее оружие. И жди! Бей! Разрубился! Класть куда? Не жди! Бей эту поросль! Разруби узел! Thank you.
темницы. Не жалей того, кто не желает жить этой жалкой жизнью. Помоги. У тебя хорошее оружие. И жди. Бей этот порох. Разруби узел. И меч. Бей стаю по моей темнице. Не жалей того, кто не желает жить этой жалкой жизнью. Наконец-то!
единственный, кто может свергнуть самозванца. Пусть ты не из сильфов, но с каждым вздохом ты вкушаешь плоды моих владений. Знай, существо, что эти земли и их народ черпают свою жизнь из моей, и так будет вечно. Никто из тех, кто бросал мне вызов, не выжил. Мой священный долг — править и приглядывать за моими подданными. Их же долг — служить. Теперь, когда мы оба все понимаем, я приму твою дань, ибо ты служишь мне. О да, эта дань достойна твоего господина. Закон сильфов требует, чтобы я дал тебе взамен вот это. Мой закон требует, чтобы я дал тебе вот это. Yeah!
Охренеть.
Это он! Точно он! Надо будет отнести его к родителям.